Вентрамин. Состав – комплекс белков и нуклеопротеидов, выделенных из слизистой оболочки желудка крупного рогатого скота, 0,01 грамм. Фармакологическое действие – способствует восстановлению слизистой оболочки желудка и нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта. Показания к применению рекомендуется при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Способ применения – взрослым по 1-3 тап. 2-3 раза в день, за 10-15 минут. До еды, не разжевывая. Продолжительность приема 10-14 дней. Побочные действия – аллергические реакции. Противопоказания – индивидуальная непереносимость компонентов препарата. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.